И всем-всем-всем снова привет, мои дорогие подписчики! С вами снова мой канал Любопэт, и я вижу, что вы очень любите игру про бабулю Грэнни. Вот только на канале у меня видосов по ней чё-то маловато. Надо это исправить дело. Так, из-за чего же я снимаю? Хотя, подождите, нет, прежде чем говорить это, скажу еще, что мы, наверное, читали у меня в сообществе, что я там написал, буду, короче, снова снимать приколы. Да. Я возвращаюсь к теме приколов. Потому что я вижу, приколы очень вам нравятся. У меня там, когда я приколы снимал, у меня как минимум 1000 просмотров было на видео с приколами. Всегда, причем. Всегда как минимум 1000 просмотров там у меня скапливалось. Так что я опять возвращаюсь к этой теме. И раз уж я заговорил про Грэнни, то первый вот новый видос с приколами, это будет именно подборка приколов в бабке Грэнни. Да. Только я туда включу перезаливы, так сказать, приколов из старого ролика. У меня уже был, потому что ролик про приколы в Грэнни уже был. В общем, я из него включу в новый. И добавлю еще новенькие приколы. Свои. Другие. Которых в том предыдущем ролике не было. Ну так вот, перейдем теперь к основному. Почему я снимаю этот видос? Нет. Не из-за того, что в Грэнни вышло какое-то обновление. Обновлений тут никаких нету. Потому что если бы было обновление, то я бы сразу сказал, что вот в игре Грэнни вышло такое-то обновление, в нем вот такие-то изменения. Нет, всего этого тут нету. Тогда почему же я снимаю этот видос? Дело в том, что я в этой игре обнаружил очень крутой баг. В чем заключается этот баг? В том, чтобы навечно закрыть бабку в бане. Да, серьезно. Я сам был в шоке. И тем более у меня этот баг получился совершенно случайно. И результат меня просто поразил. Сейчас я вам покажу, как этот баг работает. И да, кстати, помните, я еще говорил, типа, баг с досками в комнате с этим, с вороном. Он, оказывается, работает. Я просто что-то делал неправильно, да. Сквозь доски там лазить можно. Так что и на будущее пользуйтесь. Можно не таскать туда молоток, а просто лезть сквозь доски. Так, ну все. Так, блин, небольшой баг, как всегда, начальный. Так, все. Так, вот что мы делаем. Мы берем этот, как его, вазу. И ждем, пока бабка вылезет из подвала. Вот я ее нарочно тут приманил. Чтоб эта старая Грымза за мной побегала. Нарочно тут пошумел. Так, а теперь, разумеется, мчимся в подвал. И в гараж. А из гаража в баньку. Так. Открываем. Вазу надо кинуть где-то... Вот. Самое главное, чтоб нужное место было. Не-не-не-не-не-не-не. Не здесь. Слишком далеко. Так, ладно, короче, не получится у меня ни хрена так. Сейчас, потому что скоро бабка уже примчится, я тут нашумел изрядно. Поэтому сейчас лучше спрячусь и перестрахуюсь. Баг этот сейчас не сработает. Что? Нет! Сработал! Реально сработал! Вот оно! Вот оно, блин! Вот оно, ребята! Вот тот самый баг, о котором я вам говорил. Видите? Она застряла. А, вот это вот я и называю застрять в текстурах. Все. Теперь она навечно закрыта. Из бань в баньке и выпустить ее отсюда можем только мы. Вот, все, вон, видите, она пытается вылезти, но дверь она открыть не может. Вон она тут в текстурах застряла. Вот такой вот очень шикарный баг. Поэтому тут, ну-ка сейчас, шуми не шуми, она не сможет вылезти. Потому что она тут застряла. Вон она тут меня видит. Пытается побежать на шум еще. Вот такая вот лоханутая бабка. Все. Она мне ничего больше уже не сделает.
Ой, ты как? Что? Как? Как? Блин, походу, я не до конца этот баг изучил. Видимо, он все-таки действует не вечно. Как мне это показалось в начале. Блинский. Так, а ну-ка, давайте-ка попробуем повторить этот эксперимент. Спускаемся опять. Да, короче, я хотел еще напомнить. Но то, что я точно знаю, это, во-первых, близко к забаганной бабке не подходить. Это не тот баг с кроватью. Вы от него бессмертным не станете. Точнее, невидимым. Бабка здесь вас, если подойти к ней близко, она вас грохнет. Ну и, разумеется, ни в коем случае не убивайте ее. Иначе она потом возродится и все пойдет на смарку. Так, блин, а чё? Навечно он не работает? Нет, может ее реально как-то навечно забагать? Далековато. О! То, что нужно. Прячемся. И ждем старую Грымзу. Давай, иди сюда. Черепаха двуногая. Давай, давай, давай. Волочи свою задницу. Ща мы тебя опять закроем. Ну, нет, по-моему, в этот раз уже не получилось у нас ни хрена. Сейчас она дверь откроет. Или получилось? Да, опять я ее забагал. Прикольно. Прикольно. Так, ну ладно. Вот, нет, не будем лучше искушать судьбу. Так, ну ладно. Может, ты навечно закроешься, наконец-то? Если я уйду, ты откроешь дверь? Не может. Чё, всё-таки не открыла? Да! Сработало. Да, видимо, тут по-всякому. То работает этот баг, и она вылезти не может, то он до конца не работает, и она всё-таки открывает дверь. Странно, конечно. Видимо, надо правильно кинуть вазу и правильно закрыть. Если я уйду... Нет, не слышу, чтоб она дверь открыла. Ха! Лохундра, блин, старая. Ну, на этом все. Вот и весь баг. Все я вам показал. В общем, если вам понравилось видео, ставьте, разумеется, лайк. Если хотите новых видосов про Грэнни или еще про что-нибудь, то подписывайтесь, разумеется, на канал. Ну, а на этом все. До свидания. Если вам понравился баг, пользуйтесь им на здоровье. Только не забывайте пользоваться им правильно. Если у вас что-то не сработает, значит вы что-то неправильно сделали, потому что баг этот рабочий. Ну все, до скорого.